Ну вот я почти дошел. Огромнейший пляж. Волны, я так понимаю, вылетают сюда. И прям аж почти до строений. Огромные длинные волны. Ну просто супер. Гул стоит такой постоянно, как будто едет поезд. Море выглядит совсем по-другому. Просто совсем по-другому. Искусство какого-то мексиканца нарисовали. Обалденные виды. Сейчас надо очки нормальные еще одеть, не от солнца. Рассмотреть это все в четкой, в HD качестве. И вот прут волны. Надо от них убегать, если ты в ботинках, я так понимаю. И это 1,5 часа езды от того места, где я живу. Все, здесь уже сюда дотекает вода. Так что надо быть наготове и снимать кроссовки. Запах, конечно, крутейший, такими водорослями, все как положено. И такое ощущение, что океан, он выше. Вот в море ты стоишь, чуть-чуть сверху смотришь на воду, да, и видишь целиком, сначала идут волны, а потом ты видишь гладь моря. Тут его не видно. Такое ощущение, что ты в низине, и на тебя идет волна. Очень интересное ощущение. Тут вот вообще интересное. Я вот поднял глаза из телефона, и вообще обалдел от того, что я увидел. Ну что, первое прикосновение к океанской воде в жизни. Это круто. Сейчас надо снимать опачки, надо назад. Сейчас надо снимать кроссовки и пройтись, потому что это невероятная тема. Все, пока не снимаю, потому что, опять же, батарея.